пошли с Олегом на прогулку. Подходим к месту, где живет маленький бандит. Маленький бандит увидел Олега. Пошли. Погуляли немного, возвращаемся с Олегом домой. Олег увидел машину, подошел к ней. Думает, что мы куда-то поедем. Олег, мы никуда не поедем, но у меня для тебя кое-что есть в ней. Вот такой вот пакет из Нью-Йорка забрал с почты для Олега. Олегу из Нью-Йорка пришла посылка. И сейчас посмотрим, что там. Посылка из магазина Perfect Puppy или Perfect Puppy. Не знаю, как правильно, поправьте меня. Давайте откроем ее и посмотрим. Вот такой вот поводочек. Так, что это такое, Олег? Это же плащ. Ну-ка, дай сюда, иди ко мне. Олег любит примерять разную одежку. Он думает, что мы гулять, наверное, пойдем сразу. А может быть, он так и не думает. Блин, Олег, классно тебе вообще так идет. Олег, хватит терзать поводок, все поводки уже изгрыз. Ну, новый, жалко, если изгрызешь. Вот такой замечательный поводок и плащ от дождя защитного цвета. Бегели. И плащ от дождя защитного цвета прислали друзья Олега из магазина Perfect Puppy. Делать заказы из этого магазина можно со всего света, со всего мира. И при покупке любого товара, любой вещи, которая вам понравится, по промокоду OLEG20 будет скидка в размере 20%. В описании под видео находится ссылка, сайт, откуда можно заказывать разные вещи, разные приколюшки для своих любимых четвероногих друзей. У Олега в гардеробе уже больше вещей, чем у меня. Спасибо вам за эту посылку. Это очень приятно. Олег доволен, а значит и я доволен. Всего вам доброго и удачи. Пока. Ну-ка, давай капюшон наденем. Ава. Олег.